Ребята, всем привет! Сегодня у нас в уроке Черепашка-Пашка. Очень классный, красивый рисунок и очень легкий. Итак, чтобы нарисовать Черепашку-Пашку, нам понадобится три фломастера. Зеленый, коричневый и серый. Начнем с коричневого. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова рисуем 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на следующем ряду вверху тоже 6 клеточек. У нас получается 3 ряда по 6 клеточек. Нарисовали. Дальше мы одну клеточку пропускаем и рисуем 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. Ну и снова пропускаем одну клеточку и рисуем 2. 1, 2. Все, панцирь у нас нарисован коричневым фломастером. Дальше рисуем самого Пашку зеленым фломастером. Под панцирем снова рисуем 6 клеточек, только уже зеленым фломастером. Вот тут вот добавляем еще одну клеточку. Там, где ряд, первый ряд мы рисовали 6 клеточек коричневым, с левой стороны добавим одну клеточку. Теперь спускаемся на один ряд вниз и рисуем 2 клеточки, 2 пропускаем и снова 2. Снова от вот этого первого ряда из 6 клеточек коричневым цветом мы рисуем 4 клеточки вправо. 1, 2, 3, 4. Теперь рисуем 5 клеточек вправо на следующем ряду вверху. Дальше на следующем ряду вверху рисуем 3 клеточки, одну мы пропускаем и снова одну ставим. Вот здесь вот мы одну пропускаем и рисуем 4. 1, 2, 3. 4. Пашка у нас нарисован, дальше нам осталось нарисовать только глаз. Я нарисую глаз серым цветом, вы можете нарисовать и черным. Все, вот так вот легко мы нарисовали этот рисунок. Я надеюсь, вам понравилось рисовать вместе со мной. Обязательно поставьте черепашке лайк. До следующих видео, ребята!